Всем здорово, народ, с вами снова я, Вадим Джокер, канал Profit Vision. Как вы помните, я когда-то начинал Weekend Лигу и даже доходил до Золота 1. Была одна серия, и я решил, что пока я не дойду до Элита 3, я не буду делать новые выпуски, либо буду делать выпуски с наградами. Но я уже дошел до Элита 3 и, увы, не получилось записать что-то интересное. Ну, потому что в тот момент у меня просто накрылся микрофон. Так что сейчас мы сразу начинаем с наград Food Champions. И я подтверждаю, что, ребят, я дошел до Элита 3 и получил вот эти награды. Играю, я напомню, да. Ну, да, играю, напомню, на ПК. И вот она, Элита 3 Food Champions Weekend League. И, кстати, ребята, кто действительно догадается, в чем же фишка этого видоса, почему он отличается от другого, то пишите, пожалуйста, в комментариях, ну а я все выслушаю. Так что ищите фишку в этом видосе, она по-любому в нем есть, и в нем явно что-то новое есть, и этот видос отличается от прошлых. Но вы сможете понять это только спустя какое-то время. Я расскажу в следующем видосе уже, в чем была фишка этого. Ну что ж, вот они наборы. Премиум набор команды недели, золотые премиум игроки и 50 тысяч монет. Будем открывать не спеша, потому что у меня уже сейчас есть какие-то средства. Надеюсь, нам выпадет что-то действительно крутое. И первый же пак, и в нем выпадает полная дичь. Это Топаль. Да, это Топаль. Я думал, что будет другой игрок, но, к сожалению, это Топаль. Ну, а также выпал несколько не очень хороших игроков. Как вы понимаете, накрылся мой прошлый микрофон, из-за этого я не мог записывать многие видосы. И сейчас я не буду говорить, какой у меня микрофон, починил я тут или нет. Вы должны догадаться сами. И, кстати, нам выпадает Иванович, и больше, походу, ничего. Да, именно это я хотел от наград за Элиту 3. Да, классно. Спасибо. Спасибо, eSport, спасибо. Вы просто лучшие. И самый важный набор для меня, это, наверное, премиум набор команды недели. Гарантированно 3 игрока команды недели. Что ж, открываем и, надеюсь, будет действительно что-то топовое, что-то значимое для меня. Давайте просто помолимся. Я помолюсь, я уже помолился. Я уже знаю, что меня ждет. И меня ждет, походу, ничего хорошего. Так что, ребят, помолитесь вы за меня. Ну, я открываю на счет 3. Раз, два, три. О, пожалуйста. Боже, выпадет что-нибудь хорошее. Ну, не было волкаута. И это Эвра, да, который перешел в Марсель. Так себе. Так себе. Ну ладно, отыграть еще на тотсах. И немец какой-то, да и француз. Могло быть и лучше. Могло быть и лучше. Давайте, ладно, два пака за 7500 откроем. И промо-паки мы оставим в покое. Наверное, я не буду открывать промо-паки. Хотя очень хочется. Ладно, давайте, короче, один промо-пак. Один промо-пак, и он сейчас же стартует. Так что давайте, попробуем. Фух. Один промопак. Я просто 30 тысяч пустую кидаю. Хотя знаю же, что вот скоро, 12 числа буквально, через день, как я запишу, либо выложу, выйдут новые игроки. Но я все равно стараюсь, ребята, открыть сейчас этот пак. И нет волкаута, и это дичь. Хотя нет, Кулибали, это классный игрок. Блин. Но 35 тысяч. 35 тысяч. Стоило ли это того? Я потратил гребаных 35 тысяч. Кстати, смена позиции наконец-то подлетела, плюс еще контрактики. Да, ради этого только и стоило открывать пак за 35 тысяч. Ну, шучу, если честно. Ну ладно, Кулибали мне еще нужен будет. Вивану мы тоже оставим. Короче, всех оставляю, также в клубе дальше разберусь. Кто не нужен будет, того, наверное, продам, либо квиксельну. Так что, ребят, ждем тот спаков, ждем новых видосов. Возможно, по карьере за игрока, возможно, еще как-нибудь. В общем, спасибо всем большое, что досмотрели это видео до конца. И кто досмотрел до конца, напишите, что я крут, что вы крутые, и что мы все здесь хороши. Ну или любую из фраз, которую вам в голову взбредет. В общем, с вами был Вадим Джокер. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за лайки, всем спасибо за комментарии. И я пошел. Всем удачи и пока. Увидимся!